Защитник Амкара Виталий Федариев получил приглашение в сборную Украины. В ее составе футболист примет участие в 13-м международном турнире для национальных сборных Кубок Кипра 2011. Соревнования пройдут с 7 по 10 февраля. Прикамская биатлонистка Екатерина Юрьева пока не может выйти на свой прежний уровень. На очередном, 5-м по счету этапе Кубка Международного союза биатлонистов в немецком Альтенберге Юрьева финишировала далеко за пределами первой десятки. Допустив 4 промаха, Екатерина заняла лишь 54-е место в спринтерской гонке. На следующий день гонки преследования наша землячка несколько улучшила свои позиции и с 3 промахами стала 33-й. В Перми завершился чемпионат края по снукеру. Эта разновидность бильярдного спорта в последние годы получила большое развитие в нашем регионе. Прикамские спортсмены регулярно выезжают на состязания высокого уровня и добиваются там успеха. Мы заняли 3-е место на чемпионате России. Наш молодой спортсмен на первенстве России среди юниоров до 20 лет стал чемпионом. Это Шарипов Ильдар. Он хорошо играет в русский бильярд, стал пробовать себя в снукере, у него очень хорошо получается, и в упорной борьбе добился успеха. Сейчас приглашен в сборную России для участия на международных соревнованиях. За награды чемпионата края поборолись порядка 40 бильярдистов. В финальную стадию пробились 11 сильнейших. Одним из фаворитов считался Вячеслав Сорокин. Один из самых опытных снукеристов Прикамья уже несколько лет показывает неплохие результаты. По его словам, этому способствует возросшая конкуренция и большое количество игровой практики. За год, значит, много турниров сыграли, ездили люди, на Мальту ездили, на чемпионат мира ездили. Ну, Мальта – это чемпионат Европы, там участвовали. Появился у нас, значит, на чемпионате России юноша, чемпион России. Нынче есть достижения на каждом чемпионате России, призовые места. Там второе место всегда стабильно. Нынче только вот 3-4, а так до этого 3 года вторые места. В прошедшем турнире Сорокин свой статус фаворита подтвердил. В финальном поединке он переиграл Святослава Гусельникова. Олег Романов, телевизионная служба новостей.